Сегодня 26 сентября 2017 года. Приехали посмотреть бруснику. Посмотреть, растет, не растет, как тут оно. В общем, сегодня посвятили бруснике. Едем в деревню. И вот по пути заехали посмотреть, что здесь на брусничниках. Это был горелый лес в 72 году, по-моему. И вот после этого сделали рекультивацию, восстановили. Ну и вот он здесь, ну, растет. Грибочки уже есть. Ну, грибочки есть, смотри. Горькушки. Черная грусть. Черная даже, да? Да. Ну, ясно, ладненько. Идем смотреть. Да, первые 100 метров показали, что ягодок практически нет вообще. Вот. Ну, грибочки попадаются. Ну, опять же, это вот переросшие семьи этих горькушек. Вот. Да. Ягод нет. Ну, попадаются грибы. Ну, в основном вот черные грузди. И старые, и молодые, то есть разновозрастные. Вот какие красивенькие это. Вот, и большие поля горькушек. И тоже разновозрастных, уже кто в плесени, и молоденькие, и зреленькие. Ну, типа вот как здесь, видите, старики уже плесенью подернулись, молодежь еще крепится. Вот. И главное, не голубики, не брусники. Ну, еще вот сейчас до болота дойдем, может быть, там клюква будет. То, что клюква цвела-то очень хорошо. Правда, поздно, но вот такие вот лесопосадки с этими, со специальными валами. Вот вал, на нем деревья, канава, опять вал с деревьями, канава. Ну и таким образом он прям ровные. Ровные ряды сосен. Ну, там уже больше березы будут. Туда еще сходим, посмотрим, что там нам даст. Хорошо, продолжаем наше путешествие. А вот у черного груздя, смотрите, как сок выступает. Аж чуть не капает. И размер такой. О, это вот сейчас осенью. Ну, конечно, и червивые попадаются. Но вот, вот такие ребята крупненькие. Вот семейка тоже. Крупные, но чистые. Это вот самый ценный вариант. Вот сейчас это ближе. Вот сейчас к березкам. Главное, там в соснах больше было горькуш. А сейчас вот к березкам поближе, здесь стали появляться и черные грузди. Ладно, продолжаем. А вот стали попадаться и вот такие грибочки. Вот это, видите, он красивенький, хорошенький. Называется еще болотный сухарка. Не сильно сухой. Вот, это млечник серо-розовый. Вот один из млечников, который, ну, стоит в стороне из-за своего странного запаха и вкуса. Некоторые даже считают ядовитый. Это Lactarius helvus. Вот он, видите, ножка, вернее, шляпка у него действительно такая вот
сухая, бархатистая, причем даже во время дождя. Вот. И имеет такой сильный запах. Ну, не знаю, запах ржавчины, что ли, вот как какой-то такой. Вот. Иногда их растет очень много. Вот. Но вот этот запах, с ним трудно бороться. Не каждому он нравится. Ну и вообще даже считается, что это несъедобный гриб. Хотя некоторые говорят, что солят. И вроде как бы и ничего. Ну здесь, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Ну вот он так выглядит. Действительно, чуть-чуть на сухарку похож, только более такой, более массивный и более светлый, не кирпично-красного цвета. Вот, а такой действительно серо-розоватый. Вот такой он, Lactarius hilus. Так что при сборе тоже понюхивайте. Если сильно пахнет, так может и не стоит. Удастся и этот запах потом каким-то образом убрать или нет, ну не знаем. Хорошо, идем дальше. Брусники нет, посмотрели там, походили, поехали дальше к себе в деревню. Вот тоже в лес зашли посмотреть, что тут. А тут очередные опятые. О как обвешали березу. Опенок осенний. Ну, уже такой зрелого возраста. Ну, хотя он и малышня тоже есть. Ну. Ее будем очищать. Хорошо. Подосиновые такие. О, а это что ты тут? Это козляки. Козляки? Ну, да. Как у них качество-то? Ну, эти так хорошие. Ты на что их? Сушить? На сушку. А, вон, видишь, какие? Ого, смотри-ка. Да. Нормально. Ну, ладненько. Тоже тут прям на мхе, мху. Страфарии такие мощненькие. А вот даже с шариками страфарии есть. Ну, сейчас ну, не надо, конечно. Да. Ну, ладно. Я туда, на ту сторону пройдусь. Ага. Посмотрю, что там. Где? Белых пока не видно. Вот интересно, на муравейнике семейка вот таких грибочков. О, каких-то бархатистых даже. Я думал, это просто типа плесенью покрыто. Нет. Все. И маленькие, и большие, все такого. Так, вот сейчас. Так выглядят пластинки. Очень необычный ни цвет, ни конструкция. А растет на муравейнике. Вот здесь и старые свинухи. И вот эта вот семейка непонятных бархатистых. Ну какие. Да. Ну, там еще-то. А сколько еще неизведанного
и непонятно. Вот. Это ельник такой с зеленым мхом. И вот здесь на муравейнике. А вот удивительная сосна. Смотрите, как ее исковеркала судьба. Ужас. Это вот ее, так понимаю, корень. Она пошла вверх, потом загнулась. Видите, это вот ствол. И теперь пошла только вверх. О, колено такое. Поразительно. Это да. Да. Это вот ствол. О. Это вот ствол имеет вот такой выгиб. Смотри. О, вообще удивительно. Вот такая сила жизни. А вот на вывороченной елке в корнях примостилась такая вот парочка. Судя по всему, это зонтик краснеющий. О, какой. Или еще называют зонтик лохматый. Ну, сейчас посмотрим вот на срезе. Будет он, да. Видите, сразу стал краснеть. Ну, он такой родственник макролепёде, это и зонтику пестрому. Ну, зонтик пестрый в основном на полях растет. А вот этот вот краснеющий или лохматый, он живет в лесу. Ну, чаще всего. Видите, вот только я срезал. Ну, и сразу же срез покраснел. Это вот еще называют зонтик краснеющий. Ну, у него все то же самое практически. Единственное, чешуйки на шляпке вот такого вот лохматого вида. И мякоть краснеет. Ну, по вкусовым качествам практически то же самое, как и зонтик пестрый. Вот. Ну, маленький, смотрите. Этот старенький совсем. Ну, можно его посмотреть. Ну, нормальный вроде. Хорошо. Возьмем на жарку. Пахнут очень так вот приятно. Пожарим. Ну, видите, в основании вывороченной ели. Ну вот и все. Темно стало. Ничего не видно. Разведка боем показала, что растет солонина. Белых нет. Брусники нет. Ну вот тут что у нас? Горькушки. Немножко черных груздей, волнушки. И вот зонтики краснеющие. Тоже ползешь? Ползу. Чего у вас там, да, сударыня? Так, помаленечку всего. Ага. Козлятушки хорошие. Козлятушки, ребятушки. Да. Ага. Да, смотри-ка. Точно козлятушки. Ну все, едем в деревню. Сейчас у нас сегодня какое число? Сегодня у нас 26 сентября. 26 сентября.
Вот, ехали в деревню, заехали. Заехали в два места посмотреть. Ну, что, разведка показала, чем можно заняться в этот заезд. Я думаю, и опята надо смотреть. Ну, опята и солонину. И солонину, да. Да, вот смотри, ни одного белого. Ни одного. Вот подосиновиков два, да? Два, причем такие худенькие, тощенькие, маленькие. Вот так вот. Ну и ладно. Спасибо, и на этом. Спасибо, дедушки.